Всем привет, друзья, с вами Владимир, канал Гильдии Геймеров. Что-то слышал. И мы продолжаем прохождение Скайвинда. Да, это не тот Скайвинд от Тесса Ренивал, который вы все ждете. Но это другой Скайвинд, который сделал другой мододел. Тем не менее, это все равно получается Морвинд на базе Скайрима. Вот, и мы его все равно посмотрим. Обзывать его буду тоже Скайвиндом. Потому что это логично. Логично. Морвинд на базе Скайрима. Скайвинд. Поэтому идем к Каю Касадосу, короче, и смотреть новые квесты, которые он нам даст. Кай Касадос. Так, давай, значит, распоряжение. Так, это записка Шарна относительно культа Нереварина? Замечательно. Я присваиваю тебе ранг начинающего клинков. Мне нужно время, чтобы поразмыслить, каким образом все это соответствует планам Императора насчет тебя. Так что, если хочешь немного позаниматься наемными авантюрами, в добрый путь. Когда будешь готов, я дам тебе новые задания. Да, блин. Короче, возвращайся, когда будешь готов. Давай-ка мы вернемся. Распоряжение. Я все обдумал. Я хочу, чтобы ты опросил трех осведомителей в городе Вивик касательно Нереварина и Шестого Дома. Во-первых, я хочу, чтобы ты поговорил с Адри Ханир, тайным агентом в Канджитской гильдии воров. Во-вторых, я хочу, чтобы ты поговорил с Хулей, аргнианином из Морангтонга. Затем я хочу, чтобы ты поговорил с Мехой Мила, жрицей храма. Все указания я тебе написал, так что ты не забудешь. А вот 200 дрейков для взяток и других расходов. Ага, понятно. Раздобыть информацию о Нереварине и культе Шестого Дома для Кая Касадоса. Я возвожу тебя в ранг начинающий. Решение вступает в силу незамедлительно. А вот небольшой подарок. Два свитка с заклятиями. Божественное вмешательство перенесет тебя к ближайшему имперскому святилищу. А вмешательство Альмсиви перенесет тебя в ближайший храм. Очень удобно для быстрого отступления. Нет-нет, не стоит благодарности. Ты прекрасно делаешь свое дело, а теперь убирайся и дай мне спокойно почитать. Отлично. Какой ты слегка невежливый. Погнали, Вивик. Я немножко почитал, короче, дальше, чтобы освежить память по главному квесту. И нам нужно будет сейчас отправиться поначалу в храм. Вивик в храм, короче, чтобы поговорить вот с этой, короче, чувихой. Получается, нужно поговорить с Мехой Мила, жрицей храма. Поэтому нам нужно отправиться в храм. Да, блин, гребаная лестница. Почему она не поднимается? Это баг. В любом баг. Мы организуем специальный тур за ту же цену. Я уже помню. Так, путешествие. Куда вы хотели отправиться? Хочу отправиться в Вивик. Как скажешь. Чё-то деньги не сразу пропадают. Так, вот мы и в Вивике. Тут где-то есть лодочник. Он нас подвезет до храма. Лодочник, ты где? Вот почему она не хочет подниматься по ступенькам иногда. Где лодочник? Вон он, лодочник. Здрасте. Мне в храм нужно. Так, путешествие. Хотели отправиться в другой округ? Конечно. Хочу отправиться... Ага. Арена. Округ Лау, округ Телвани. Конечно. А оттуда, я думаю, можно будет отправиться в храм. Да тут, чтоб не бегать сильно. Так, где лодочник? Сейчас мы до храма доберемся. Здрасте. Так, путешествие. В храм. Пошли. Фендрин Дельви нас сейчас перевезет в храм. Так, нам, значит, нужно поговорить с Мехрой что-то там. Может быть, подождать немножко? То сейчас ночь, она, наверное, спит. Давай, наверное, подождем. Часов 11. Вдруг она будет не на рабочем месте. Они ж тут должны ходить спать и потом обратно. Или здесь недоделано немножко. Ну, тем не менее, короче, отправимся. Что это здесь такое за синева? Непонятное. Зал справедливости. А нам нужно
Зал мудрости. Зал мудрости нужен. Вот он, зал мудрости. Так, давай спросим у этой Мехрамила. Здрасте. Так, Мехрамила, ты знаешь что-нибудь о ней? Вот Мехрамила. Мехрамила – жрица храма, которая работает в библиотеке, в зале мудрости и правосудия. Она друг, так что будьте осторожны и не навлеките на нее беду. Храм подозрительно относится к чужеземцам, так что им не понравится, если они увидят, что Меха будет беседовать с вами о религиозных вопросах. Ее легко узнать. Ищите жрицу с медными волосами и глазами. Так, значит, библиотека нам нужна. А вот она. А что ты за мной ходишь? Не надо за мной ходить, это... Не получается у нее с первого раза войти. Мехрамила. В смысле? А где она? Мехра, ты где? А, вот она. Чё-то ничего не работает. Надо несколько раз понажимать, чтобы она пошла. В задней части библиотеки нужно с ней познакомиться. Для всех какие-то здесь ограничения есть. Будешь идти? Где она? А вот она. Персонаж занят. Ты будешь говорить со мной, алло, библиотекарша. Ну, наконец, продолжайте. Я боюсь, что ничего не знаю о культе шестого дома. Но зато могу рассказать о тебе о культе Нереварина. Давай говори мне о культе Нереварина. Нереварин. У эшлендеров есть пророчество, согласно которому в один прекрасный день воплощение древнего героя объединит данмеров в борьбе против чужеземных захватчиков и вернет былое величие народу темных эльфов. Но храм трибунала считает, что это считает это ложным и вредным суеверием, а ординаторы безжалостны к тем, кто верит в это. Так, погоди. А пророчество Нереварина. У эшлендеров есть загадочная традиция толкования снов и видений как пророчеств. Эти пророчества слагаются в стихи и могут быть утеряны при смене поколений. Но жрецы-отступники собрали много древних пророчеств о Нереварине, многие из которых они считают настоящими. Все вместе они называются утраченными пророчествами о воплощении. Одной из священных задач жрецов-отступников является сбор и изучение этих пророчеств. Жрецы-отступники. Вы слышали, что они держат этого парня-жреца-отступника Малуя Омейра в Министерстве Правды? Видимо, жрецы храма и ординаторы решили, что не могут там вправить ему мозги. Впрочем, действительно могут. Так это не то. Продвижение истины. А вот культ Нереварина. Храм почитает Неревара как святого и героя, но пророчества его воплощения караются как злая ересь. Культ Нереварина заявляет, что трибунал ложные боги, отсюда преследование храмом культа Нереварина. Группа, названная жрецами-отступниками, оспаривает доктрину храма и по поводу пророчеств о Нереварине. Запрещенная книга «Продвижение истины» описывает их верование. Найди копию «Продвижения истины» для Кая Касадеса. Она расскажет ему то, что ему нужно знать о культе Нереварина. Понятно. Так, значит, от этой мы сведения узнали. Теперь давай отправимся в храм... Нет, тут какой-то другой должен быть округ. Ну-ка. Блять, не то. А как отсюда выйти? Наверное, вон там можно. Или... Да, вон там. Ну да. Я думаю, нам нужно отправиться в квартал чужеземцев. Наймем лодочника, чтоб не бегать.
Здрасте. Так, мне нужно путешествие. А, округ Телвани, давай поедем. Так. Оттуда в квартал чужеземцев. Так. Вот. Ну, мне же дали 200 золотых. Почему бы им не воспользоваться? Так, давай теперь найдем в трактире черный шалк. Значит, Арганианку. Здесь есть где-то дверь? Нет. Арганианку. Что здесь все такое синее? Странно. Раньше в Моровинде такого не было. Что-то у вас с освещением. Нижний пояс. Текс. Значит, давай. Сюды. Трактир черный шалк. Хулея. Так. Приветствую тебя, друг моего друга, но я хочу попасть в нижнюю лавку моего друга, а эти надоедливые глупцы мне мешают. Так, значит, мне нужно... Проблемные дураки. Вид свободного арганианина оскорбляет этих российских головорезов. Их убийство бросило бы тень на мою репутацию Моргантонг, но мне и мне хотелось бы учить. И мне не хотелось учинять бойню в клубе моего друга Саралиса Голмиса. Но мне нужно попасть в книжный магазин, где мы сможем мирно поговорить. Если получится, сможем и обсудить кое-что по дороге. Или можно пойти денежным путем, купить сведения, но я боюсь кровопролития, которое может случиться. Значит, информация от Хулеи. А, так, убедить российских бандитов оставить Хулеи в покое. Ну, давай попробуем. Так, да ты российский бандит. Грязная ящерица. Нельзя отпускать этот гнилой кусок мусора на свободу. Дела. Если хотите поговорить о делах, поговорите с Красиусом Курио или Адрина Арети. Красиус Курио или Адрина Арети какой-то. Мы можем когти показать, друг. Так, Адрина Арети или Красиус Курио. Это они здесь? Не то. Тоже не то. Ну-ка. Так, убить российских бандитов, отставить Хулеев в покое. Может быть, ну-ка. Слуги, определенный мест, свежие сплетни. Кажется, девушка из таверны смотрела на меня. Это не то. Как мне ей сказать, что она меня не интересует? Это тоже не то. Может, это все-таки российские ублюдки в самом баре? Если ты не прекратишь, я так стукну тебе эту грязную ящерицу, что когда вы наконец свалитесь на землю, вашу одежду нельзя будет назвать стильной. Стильной? Да ладно тебе. Грязная ящерица. Таких, как он, здесь не любит. Ему сам место в болоте с его родственниками. Так неловко, и все помогает. Ну, давай подкупим их. 200 золотых. Спасибо. Так. Славного денька. Давай вот этого подкупим. Так. Грязная ящерица. Так, он, может, хотите подсловить вашего маленького друга? Так. Давай ее тоже подкупим. Спасибо.
Ну давай, вот этого тоже, по-моему, тоже говорил про грязную ящерицу. Так, да. Надеюсь, ладно, они больше не нападут. Ладно, пойдем работать. Я вроде им денег дал. Так, пойдем путешествовать вместе. Отправишься ли ты со мной в редкие книги Джабаши? Мы выходим из двери в поиск квартала чужеземцев, поворачиваем направо на запад. Продолжите идти в нижний зал и через атриум на том же уровне, затем следуйте противоположным коридорам на запад в другую сторону. Атриума прямо к двери Джабаши. Я должен предупредить вас, если эти неприятные дураки не убедятся вести себя как цивилизованные существа, придется их убивать, если нам нужно идти. Следуй за мной. Спасибо, я последую за тобой в редкие книги Джабаши, и мы поговорим там далее. Ладно, я вроде бы им денег дал. Пока вроде бы все работает. Но все-таки 600 золотых как бы многоватенько. Бежишь за мной, да? Ну, сработало зато. Короче, Кайкосадос мне еще 400 золотых должен. Так. Да, спасибо тебе большое. Здесь нас ничего не будет отвлекать. Что-то новенькое. Так, значит, мне нужно... Хулия. Я служу Морат Ктонгу. По положению я скромный раб. А по воспитанию профессии я агент и палач. В обычной жизни я изучаю истории, больше рассказывать нечего. Так, Джабаша. Джабаша мой друг Каджит, он владеет лавкой редких книг Джабаши, где есть хорошая подборка редких загадочных книг. У него довольно радикальные моральные и политические взгляды, которыми он совершенно открыто делится. В результате в некоторых кварталах он сам и его лавка вызывает у жителей сильные эмоции. Так, нам нужны... Проблемные дураки. Их ненависть, печаль возмущает меня. Я ненавижу обычаи презрения другого из-за его расы. И я не могу простить узость ума и бедность духа, который уверяет их в их праве оскорбить и напасть на меня из-за злости или прихоти. Так, погоди, а где же этот? Культ шесто... А, культ Нереварина. Чтобы понять культ Нереварина, ты должен понимать историю шлендеров. Неревар означает для эшлендеров что-то совершенно отличное от того, что он означает для данмеров из великих домов. Ты должен также знать и о гонениях на Нереварина и наследство ложного воплощения. Ибо культ Нереварина находится в самом сердце древнего конфликта между кочевниками эшлендерами и оседлыми великими домами данмер. Вот изложение для Кая, но спрашивай и отвечу в подробностях. Так, готово, короче. Это мы информацию от Хулии получили. Теперь нам нужна редкая книга. Мы как раз в редких книгах Джабаши. Нам нужна редкая книга «Продвижение истины». Давай ее купим. Честь на продажу. Погляди. Книги. Так, «Продвижение истины» нужно. «Продвижение истины». Бля, мне совсем денег уже не остается. 20 золотых осталось. Охренеть. Может, можно что-то продать? У меня ничего нету больше. Ну, блин. Ладно. Приветствую тебя. И вот что это такое? Он теперь не хочет подниматься по этому пологому склону. Или все же внутри. Что это такое? Приветствую тебя, Муцера. Короче, приходится задом прыгать. Я что-то слышал. Интересно, а если я... Ну-ка. Ой. Mm.
не получилось. Короче, я хотел взять книги и продать их обратно Джабашу, но что-то не вышло. Что-то я как-то очень много денег потратил. Кошмар вообще. На всяких этих ублюдков. Вивик. Так, и у нас всего 20 золотых осталось. А нам еще нужно в округ Святого Олмса ехать. Так, ну я на лодку-то думаю, у меня еще хватит. А до Бальмы придется уже как-то добираться пешочком. И заодно деньги зарабатывать. Округ Святого Олмса, по-моему, там, где статуя. Ладно, давай попробуем пешочком добежать. Я думаю, что он находится рядом с храмом. Вот Ридоран у нас тут есть. Ридоран, да. Или придется заняться воровством. Я тут помню, какая-то есть... Погоди-ка, где-то здесь есть... Где-то здесь есть сокровищница. Я помню, в прохождении Моровинда я ее грабанул. Давай-ка попробуем грабануть-ка ее. Так, это у нас пояс. А по-моему, это должно быть наверху где-то. То ли это в Телване, то ли это в Ридоране находится. Так, нам нужно наверх как-то попасть. А вот там подъем наверх. Давай-ка попробуем. Может быть сейчас... А вон пояс вот этого. Давай сейчас до него доберемся. Пояс Святого Олмса. Там поговорим с гильдией воров. Соответствующей чувихой. И... Север... Чего? Убирайся отсюда. Да не вопрос, я вообще не туда зашел. Это пояс Святого Олмса? Это он? Ну-ка. Она пока еще не обнаружилась. Не обнаружился еще этот пояс. Но, наверное, это он. Пояс. Ну да. Нам сейчас надо вниз спуститься. По-любому гильдия воров... А-а-а, погоди, это кто? А, так, погоди-ка. Интересно. Я помню, что-то там такое было с каким-то сборщиком податей, что ли. Так. Что-то она там... Что-то она там, помню, должна была... Типа, чтобы я что-то там сделал с ним, с этим сборщиком податей. Так, вот она, вот эта вот чувиха. Ну-ка. Попал. Благодарю, так Каю сказал тебе, поговори с Адриханир. Ну и ты здесь, говори с Адриханир. Так, агент канцелярии по сбору налогов, вот оно что. А вы знаете, это сборщик императорских налогов и пошлин. А император запрещает торговлю многими вещами, например, артефактами двеймеров и эбонитом. И агент имперской канцелярии получает большую прибыль от таких вещей. По некоторым причинам агент имперской канцелярии не относится к лучшим друзьям Адриханир. Если хотите, чтобы Адриханир помогла тебе застать плохого агента убраться, тогда она тебе все расскажет. Она объяснит тебе все подробно. А, понятно. Значит, нам надо избавиться от агента... Так, крыска. А если я его сожру, это мясо, то что будет? Восстановление запаса сил, а? Что это было? Без понятия.
Меня только волнует, что у меня нет денег на мои расходы. Нужно ограбить какую-нибудь сокровищницу. Или склад. Ух ты. Давай-ка мы сохранимся. Нажмем на F5. А мне это определенно не нравится. Но их вроде здесь нету. Бутыль. Так. Золото. Золотишко, кстати, да. Кольцо маски тени. Больше исчезновение с глаз. Проверим. Золото. Так. Серебряный меч осколков. О! Урон 19, наносит цели, ага. Берем. Определенно хорошая вещь. Ящик, золото. Это не зелье привлекательности. Продадим. Так. Пепельный батат, скрабовое желе. Но это не нужно все. Что там происходит? Золото, чашка, бочка пуста, ящик. О, на это все возьмем. Золото, стальной топор, урон 14, маловато. Золотишко. Мне кольца нужны. Золото, кохонный камень душ, не нужно. Золото, так. Вереск есть. Ага, значит, тоже отмычки одна штучка. Нет! Больше нет отмычек. Да как так-то? Короче, не получится нам ограбить сокровищницу. Золото 106. Вот эта тема. Я думаю... Давай-ка сохранимся. F5. Я-то думал, там сейчас будет какой-то пиздец. Теперь меня будут преследовать звуки всякие. Так, сборщик налога. Давай от него избавимся. Изница к Морангтонг. Ой, это не то. Я слышал, что Морангтонг располагается где-то в секретных тоннелях под ареной, но я не знаю, как попасть туда. Архинадир. Да, ее зовут Архинадир, и она каджитка. А вы не знаете, где ее можно найти? Она уплыла на материк в гондоле. Какое разочарование. Но благодарю вас за потраченное время. Я как раз направляюсь на материк, может быть, мы и встретимся с ней там. Отлично. Короче, мы раздобыли денег. Мы отправили сборщика налогов. Сколько денег у нас сейчас? 189 золотых. Отлично. Мне еще... Да ладно тебе.
Давай сейчас поговорим с вот этой каджиткой. Так, это вас Адриханир должна поблагодарить за избавление от агента имперской канцелярии. Так, культ Нереварина. Агент канцелярии по сбору налогов. Правда, вы заставили агента убраться, это ловкий трюк. И Адриханир не станет расспрашивать вас об этом трюке, потому что Адриханир не хочет знать. Но теперь Адриханир чувствует себя совсем хорошо и с удовольствием поговорит с тобой о культе Нереварина или культе Шестого Дома. Давайте, задавайте ваши вопросы. Да, культ Нереварина. Да, Адриханир ничего не знает об этом культе Нереварина, потому что все это просто глупые суеверия. Так и скажите Каю, никто в здравом уме не станет обращать внимание на этот вой на Луну. Пророчество возрождения древних героев и прочие глупости. Глупые сказки для маленьких котяток. Культ Шестого Дома. Об этом Адриханир знает, поскольку это касается контрабанды. Хитрые контрабандисты слишком заняты для своих старых клиентов, потому что у них новый наниматель, Шестой Дом, который платит очень хорошо. Но что они переправляют, Адриханир не знает, потому что все они очень секретно. Все это. И это странно, поскольку эти контрабандисты всегда громко болтают, а теперь они замолчали, как пузатые киски, наевшиеся сладкого мяса. Понятно. Значит, пойдем к Каю Касадесу, книгу я купил. Что Хаджит может сделать для тебя? Ничего, ты уже все сделала, все, что нужно. Денег мы добыли со склада. Даже книги можем продать теперь. Оно может говорить? Может связать два слова? Может связать два слова, не сомневайтесь. Чё? Странно, что здесь вообще-то это надписи из древнего Египта вообще-то. Очень странно. А уже ночь. Смотри-ка. Так, давай-ка мы лодочника, наверное, наймем. Спрыгнем здесь. Ага, и здесь. Так-с. Ну, вообще симпатично. Вот так вот, может быть, даже на картинку пойдет. Так, погнали. Я вижу какую-то пещеру. Давай-ка, может быть, туда наведаемся. 33 минутки. Давай наведаемся туда, в пещерку. Ничего страшного не произойдет. Моровинд как раз для того и нужен, чтобы грабить пещеры. По-тихому разберемся с пещерными жителями, и все будет нормально. Понятно? Да ладно тебе! Зараженный Кагути какой-то. Блять, их-то хуя! Здесь не только... Был не только Кагути. Поплыли отсюда. Что-то как-то Скайрим превратился в опасное место. Я надеюсь, хотя бы рыбу-убийцу сюда не запустили. А то это будет совсем не очень. А там что за город? Давай-ка его посетим. Давай-ка посетим этот город, смотри-ка.
А оттуда можно будет уже куда-нибудь отправиться. Там даже корабль есть. Ух ты, как это все интересно и волнительно. Почему он во внутренней гавани? Интересненько, интересненько. О, ни хрена себе. Давай осмотрим. Очень интересно. Потом на корабле вернемся. По-любому корабль здесь куда-то должен ходить, правильно? А что это за город? Я уже не помню. А, Эбингард. Точно, это Эбингард. Он рядом с Вивиком находится. Да заползай ты уже. Так. Южный товарный склад Восточной Имперской Компании. Зайдем-ка. Так, склад — это хорошо. На складе всегда можно что-то взять. Что там? Эбингард. Ладно. Да ладно. Короче, нету здесь ничего. Ну, как-то не очень. Не понял. А. Что ж это за склад имперской канцелярии? А где дверь? Странно. Что-то на этом складу вообще ничего нету. Как-то здесь обрезано все. Правда ли? Так, ладненько. Давай посмотрим дальше. Ну, это понятно. Это Акатош, Эбингард. Файернил. Так. Санктнеспониус какой-то. В одной из контролов точки имперской компании большое здание в доках. Южный товарный склад. Такой же будет, как восточный, да? Или побольше? Давай зайдем. Нет, смотри, туда же что-то есть. Это... Вот так прям, да? Прям на полу решил расположиться. Эбингард. Тоже Эбингард. Короче, здесь ничего нету, а чувак любит вообще на полу спать. Простудишься. Потом зачарование. Печать. Простудишься. А это кто? А Гейльдол какой-то. О, воробьиная броня. Ведом Дрен. Семейство Дрен занимало важное место в доме Хлаалу на протяжении нескольких поколений. Ладненько, а корабль может меня куда-нибудь доставить? Здрасте. Да. Подвезешь? Путешествие. Мой корабль Чак-Ук может доставить вас из доков Эбингарда в Хлаоут, Садрин-Мору, Тель-Бранору и квартал чужеземцев Вивика. Ага. Да ладно тебе, вот прям так. Ну, кстати, давай в квартал чужеземцев, поехали. Хотя можно в Хлаоут, там можно отмычки купить. А у меня денег нет на них. Ну, все равно можно забежать. Погнали в Хлаоут. Тьфу, рыбацкий порт, я потом замучаюсь избавляться от вони. Так ты мне повезешь или нет?
Что это здесь такое вообще творится у вас? Короче, мне нужны отмычки. Пункт толстой ноги. Чё вам надо? Так, а еще... Почему они на меня напали? Я вообще даже ничего не сделал. Это кто? Это рыба на суше? Вы даете. Так, у нас тут какой-то скелет есть. Щуп подмастерья. Дорогой амулет. Дорогой амулет, оказывается, стоит не очень много денег. Примерно ноль. Давай сюда сбежим. О, смотри-ка, стальной шлем. Стальная кираса. Это все можно продать. А здесь стальной щит. Поножки. Стальная дубина. Ну, тоже возьмем. Все продадим, короче. Деньги нужны. И где-то здесь отмычки еще должны быть. Кто-то здесь должен отмычки продавать. По-моему, должна продавать отмычки женщина на выходе. Вот это. Честь на продажу. Погляди. Разные. Да, вот отмычка. Вес 0, стоимость 6. Отмычка подмастерья. Отмычка подмастерья. А, мастера. Ученика. Давай таких отмычек купим. Штук 15. Я... И... Ну и хватит. Почему они на меня все напали? Очень странно. А! А ты кто такой-то? Да схерали! Ну все, засранец. У меня есть вот это и вот это. Раджир. Слышь, Раджир, какого хера ты на меня напал-то? Че это он? Обычный ключ. Ботинки кожи неча. Странно, почему он на меня напал. Ладно. Может, так и надо было по сюжету? Я вроде ничего не делал. Ланька, пойдем, короче, в Бальмору. Там вот какие-то еще вот эти летают. Давай сохранимся. Ля! Валяйся, блин. Чё-то как-то много тварей развелось. Один даже на дороге. Я самси. Скальный наездник. Ой, ты, бля! Хорошо, что я сохранился. Короче, ладно, давай на этом закончим. Пойдем через скалы. Подписывайся на канал, ставь лайк, оставляй комментарий. С тобой был Владимир, канал Гильдии Геймеров. И до новых серий. Пока тебе.